Попробовать себя за станком, оценить сложность профессии и узнать о плюсах работы – это основные задачи профориентационной программы «Билет в будущее». А главная цель – помочь школьнику определиться с профессией. В данный момент вовлечены 10 тысяч школьников, которые у нас проходят мероприятия, а именно профпробы и экскурсии по 68 профессиям. Профессиям от слесаря и сварщика до специалиста по кибербезопасности. 4 года Ульяновский авиационный колледж помогает школьникам определиться с будущей профессией. За эти годы специалисты среднеспециального учебного заведения заметили, что программа действительно работает. В колледж приходят дети, которые уже заинтересованы профессией. Ранее они попробовали себя в деле и приходят учиться осознанно. В этом году на нашей базе организовано 9 разнообразных площадок для проведения профессиональных проб. Школьники, которые пройдут через эти профессиональные пробы, ознакомятся с такими профессиями, как программист, фронтенд-разработчик, разработчик мобильных приложений, сварщик, оператор станков с ЧПУ, оператор беспилотных летательных аппаратов, мастер по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, специалист по производству и обслуживанию авиационной техники и специалист по сельскохозяйственной технике. Елена Кушникова на профи-пробах смогла посидеть в кабине сельскохозяйственной техники. Девушки рассказали об особенностях и, самое главное, дали попробовать завести, прокатиться и поуправлять небольшим краном. С профессией Лена определилась давно, она хочет быть медсестрой, но возможность попробовать себя в различных стезях помогает узнать много нового и важного. Естественно, страшно, как волнение идет, потому что первый раз за рулем такой серьезной техники. А так даже очень понравилось, когда мне объяснили, все стало довольно легко, и волнение ушло так же быстро, как и появилось. Тебе рассказывают, вот, что будет происходить, как ты это будешь делать, и ты для себя уже можешь сделать выводы, нужно оно тебе самому или не нужно. В этом учебном году в школах страны введена единая модель профориентационного минимума. Программа «Билет в будущее» в регионе проводится по нацпроекту «Образование». Светлана Карпухина, Бахтияр Салтанов, Улправда, ТВ.